Одни любят забористую и крепкую горчицу, от которой появляются слезы на глазах, а другие – более мягкую и деликатную. Расскажу, как приготовить горчицу с медом, что подойдет для соуса или заправки. Медовую горчицу можно использовать для заправки салата, для бутербродов, в качестве соуса к рыбе, мясу или запеченным овощам. На ее основе получается отличная глазурь, которой смазывают мясо, например, свинину или курицу. Сделать ее очень просто и быстро. Охраните горчицу в холодильнике. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подписывайтесь и ставьте лайки. Продукты и их количество. Далее. Горчица 0,5 стакана, мед 1/4 стакана, оливковое масло 2 столовые ложки, черный молотый перец 1 щепотка, количество порций 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Я рада гостям.